Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мы для вас сегодня подготовили исключительно авторскую программу под названием «Рокко всяко джаза поп». Это в одно слово, хэштег. И первая композиция называется «Конвергенция». Это такой термин, когда берутся из разных областей что-то самое лучшее и соединяются в единое. В данном случае у нас рок, классика и джаз. Итак, «Конвергенция». Спасибо.
исполнили композицию под названием «Музыка Тор». Написал наш гитарист Сергей Алянко. Итак, «Музыка Тор». Thank you.
Сергей Алянко. Дело в том, что Сергей из славного города Торбеева, это здесь неподалеку, в Мордовской области, в республике. И вокруг города болото. И, ну, музыка, тор, болотная музыка. А это были комарики такие. Следующая композиция называется «Арабика», посвящается всем любителям кофе.
вспоминаниям блюз. Блюз для хорошего человека. Для всех вас. Thank you.
Такой блюз без слова барабан. А сейчас мы вновь возвращаемся к творчеству Сергея Лямкина. И он исполнит композицию, которую он посвятил своей сестре. Она, кстати, здесь. Сестру зовут Наташа, а композиция называется «Лирит». Лирическая. Итак, «Лирит» Сергея Лямкина. Thank you.
Композиция «Лирик». А вот следующая композиция, она тоже авторская, нет названия, но мы ее называем «Босса». Thank you.
Спасибо большое. А следующую композицию мы написали вместе с Сергеем. И называется она «Летний дождь». Thank you.
И в продолжении нашего концерта мы исполним композицию под названием «Послезавтра». Thank you.
Следующая композиция называется «Африка». Thank you.
Виктор Герасимов, саксофон. Виктор Куформин, Алексей Любчик, Виктор Герасимов, Влад Дубровин. Спасибо большое, хорошего вам вечера.
мажорный. Ну, есть блюз архаический, есть старый ржавый блюз. Какой еще есть? Какой вам блюз? Ржавый? Давайте мы вам сыграем потерянный блюз. Эту композицию я написал буквально, наверное, неделю-две назад. Потерянный блюз. Thank you.
Сергей Наглюс. Не теряйте, друзья. Всего вам доброго.